Неосторожное обыхождение за огнем привело до серьезного пожара в Светлогорском районе. После прибытия до места выклику подразделению МНС у вёсцы хутор горели драуляные будинки. Одноповерховый жилый дом, две адрины и гараж. Господар, мужчина 1966 года народжения, на месте здарения отсутнішав. Высветлилось, что дом он використовував под дачу. По попередней информации, сусед погорельцев на своем присядибном участку вырешил очистить кабель от изоляции с допомогой огню и для этого скористався бензином. Огонь перекинулся на траву, спробы ее потушить самостоятельно не увенчалися поспехом. Из-за порывистого ветру пожар хутко распаўсюдзіўся по всей территории. Узгорание ликвидовано выратовальниками. У выніку пожару знищены дах, маёмасць внутри дома, адрыны и гараж, а так само 29 вулляў с пчелами. Потерпелых няма. Выратовальники закликают насельніцтва устрыматься от выпальвания сухой рослинности. Гэта приводит до узгорания приватных домов, лесов, гибели людей и живёл. За порушение правил предугледжены штраф.